Привет всем, сейчас я, короче, буду в магаз. Вторю себе, короче, пельмени. Пельмени канают. Сейчас я, короче, пойду в Винлаб, зайду, посмотрю, может, тут пельмени есть. Но если нету, то вина куплю. Мне там сказали же на стриме скушать килограмм пельмени и вина, и что-нибудь в этом роде. Сейчас я посмотрю. Смена посмотрите. Так, 8924, 326, 46, 51. Тоже масочку. Подарочный для дома. Спасибо. Запомните нашу щедрость. Серьезная организация. Конечно, это вам не хухры-мухры. Вообще, спасибо, до свидания, с праздником, с парящим. Спасибо. Короче, тут ништяк, что у меня, короче, это маска, типа, короче, находилась сюда тут, короче, в этом, типа, в кармане. Не, ну сейчас это как бы надо зайти, посмотреть пельмени там. На пельмени мне задонатили 300 рублей. Так, это где-то по 150 пельмени какие-нибудь тарит, на. Сейчас вот в соло, зайду в соло, короче, как-то тоже, короче, заходил. Это на меня, короче, тупо, короче, орали. Типа, вау, нельзя, короче, снимать. Нельзя, да, можно снимать. Вообще бы баню. Хочу снимать. Больше кого-то волнует. Я зайду пельмешек куплю. И на стриме я даже буду запивать, короче, как гором. И вообще, это классно, шикарно. Так, вон, посмотрите, чуть-чуть. И все, ништяк. Да, просто офигенно. Короче, у нас этот, как у Apple Marker. Там, короче, ремонт. И как, короче, фигня. Так, батарейка, сколько там еще? А, батарейка уже кончается, ладно. Сейчас, короче, в магаз иду.
купить этот алюминий. Пельмени охотятся, пельмени. Можно камеру убрать? Так. Пельмени. А пельмени есть у вас? Можно камеру убрать? Я же вас не снимаю. Так. Выключить на время покупки. Так, ну я на вас же не направил. Так. А пельмени высоко по 200? Можно убрать камеру? Я же на вас не направил. У меня развесные, да какая разница? Чего, я же на нее не направил. А, пошел другой куплю. Короче, все, короче, детские папины. Пошел в другом месте. Пельмени, пацаны. Тут есть пельмени или нет? Сейчас будет тут тоже. Да. Где-то. Да. Короче, купить два пакета. Да, короче, искать где. По пакетам продается. Сейчас прям другой магазин. Так, интересно, в этом есть хлебном или нет. Скажу, что зайду, посмотрю. Может, хлебном есть. Или в этом как. Ну, в этом она по-любому есть. За хлебом посмотрю. Батарейку. Да, батарейка что издыхает. Вот сюда, сука. Я бывало, короче, забывал его, короче, это как его выключать. О, тут и цветут. Ништяк. Лето типа. Офигенно, сейчас мы посмотрим. Это, надеюсь, что это на меня не будет типа орать. То, что я типа снимаю. И что такое, сейчас посмотрим. Есть пельмени или нету. Зара, как она? А это что? А, я же блогер. Так. Так. Пельмени, пельмени, рыбный лосось. Так. Пельмени. Так. Так. А пельмени половские есть? Дай на вас задание. Я же сам. А пельмени половские есть у вас? Да. Нет, сейчас я достану. А что, с какой километраж надо? Так. Маленькие, большие? А мне это как у... Два пакета. Помаленькие. Так. А мне дома Сонька есть. Там это какого. Ну просто она да этот защитную, короче, фигню, короче, вталит. Она 4 штуки стоит. А телескорпус, короче, у меня раньше было, телескорпус, она звучание, короче, не дает. Звук. Здесь же HD, не фокус. Ну то да. Так. Девчонкам хорошо, сейчас 3 дня дома, потом девчонки в школу, я на выходные, потом опять они на выходные, я на работу. Ну, ничего, это мы будем отдавать, это будет на работе. Спасибо, до свидания.
9 мая, никуда не пойду, никуда. И все, короче, если меня не хочу, подписывайтесь, не ставьте лайки. С вами был Серега Свет, пока.